Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого – лидер в мультидисциплинарных научных исследованиях и разработках, площадка для коммуникации высокотехнологичной промышленности и научного сообщества. Нефтегазовая отрасль – один из глобальных векторов развития университета. С 22 по 24 мая 2019 года здесь прошла первая в России международная конференция «Коррозия в нефтегазовой отрасли». Центр компетенций Национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» совместно с Международным обществом инженеров-коррозионистов NACE International при поддержке Европейской Федерации коррозии EFC собрали более 400 представителей нефтегазовых и нефтесервисных компаний, металлургических комбинатов, производителей оборудования, университетов, научных и инжиниринговых компаний из более чем 30 стран. Конференция собрала ключевых представителей нефтегазовых компаний Shell, British Petroleum, Газпром, Газпромнефть, Роснефть, Лукойл, Татнефть, Новатек, Сибур, Сургутнефтегаз, Иркутская нефтяная компания, а также нефтесервисных компаний Визерфорд, Шлюмберже, Бейкер Хьюз. В какой-то момент мы поняли, что в стране отсутствует площадка, где можно было бы обсудить проблемы и подходы к их решению, которая собрала бы науку, промышленности и образования в одном месте. Мы решили, что такая площадка должна объединить как российских, так и международных специалистов и ведущие объединения и ассоциации, такие как NACE и Еврокор, что, собственно, сегодня и получилось воплотить в жизнь. В пленарном заседании приняли участие ведущие специалисты отрасли, в том числе генеральный директор NACE International Дональд Терри Гринфилд, почетный президент Европейской Федерации коррозии EFC Демьян Феррон, генеральный директор «Газпром» в НИИ «ГАЗ» Максим Недзвецкий, вице-президент компании «Визерфорд» Ханс Клемферер, директор по материалам компании «Визерфорд» Роберт Бадрак, президент Международного совета по коррозии и член правления Всемирной организации по коррозии Гюнтер Шмидт. Конференция замечательная. Мне сказали, участниками стали более 400 человек. Это больше, чем предполагали инвесторы. Мероприятие стало прекрасной площадкой для обсуждения проблемы коррозии между российскими экспертами и NACE. Конференция объединила специалистов, работающих на всех этапах нефтегазовой индустрии. Программа разделилась на секции: строительство и эксплуатация скважин, трубопроводный транспорт, механизмы коррозии и методы испытаний, анализ причин разрушения различного оборудования, морская коррозия, коррозия на нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятиях, покрытие и ингибиторы, катодная защита, инфраструктура. Поскольку мы работаем с международным топливно-энергетическим, металлургическим и машиностроительным комплексом, мы видим системные проблемы, задачи и вызовы отрасли, которые должны обсуждаться широким кругом профессионального сообщества. Поэтому в рамках конференции было важно собрать экспертов со всего мира и обеспечить широкий круг рассматриваемых вопросов от строительства скважин до финишной переработки углеводородов. А классическую программу конференции разбавить динамикой в виде воркшопов, персональных лекций видных ученых и круглых столов. Это круглый стол по направлению механизмы водородного охрупчивания, где собрались лучшие мировые ученые и специалисты из России, Японии, Европы и США. Семинар по вопросам сертификации и обучения, а также семинар технического координационного комитета NACE. Круглый стол, организованный компанией Сахалин Energy по вопросам электрохимической защиты от коррозии. В открытой лекции «Коррозия биоматериалов» профессор Тель-Авивского университета Нуам Элиас поднял вопросы, возникающие на стыке аддитивных технологий и биоматериалов, а также связанные с этим проблемы коррозии. В рамках конференции было проведено большое количество двусторонних встреч, где участники имели возможность завести новые профессиональные знакомства или укрепить существующие связи. Для проведения конференции специально выбрано время белых ночей, что позволило организовать и особую культурную программу. Участники конференции воочию знакомились с городом на Неве, богатейшей историей, начиная с Российской империи до сегодняшних дней. А гала-ужин, который прошел во дворце в центре города, где деловой настрой был разбавлен живой музыкой, стал отличной возможностью для неформального общения участников и закрепления полученных в рамках конференции деловых контактов. Безусловно, вопросы коррозии – это сложные мультидисциплинарные задачи, которые требуют создания уникальной атмосферы. Мы рады, что у нас получилось ее создать за счет красоты Санкт-Петербурга,
величия Политехнического университета, а также за счет участия талантливых и творческих специалистов из ведущих мировых компаний. Приглашаем всех заинтересованных специалистов принять участие в нашей конференции в следующем году. Конференция стала действительно уникальным отраслевым событием, результаты которого еще предстоит тщательно проанализировать в экспертном сообществе и включить в актуальную повестку профильных организаций.